Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Вот. Нарисовались, не сотрешь, с утра. Я не думала, что столько народу в метро. Люк, я уже отвыкла от всего. Конечно. Просто какой-то кошмар. Это еще будет. Москва на работу. В офисе. А я иду в район, я думаю, что-то у нас никого народу нет. Наверное, никто не работает. А где работать? Я так подумала. А где людям работать-то? В офисах. Заводов нет, фабрик нет. Да ладно, бросьте. Так, ладно. Усаживаюсь. Все, Борис написала. Сегодня утром встала, он мне начинает, Люб. И говорит, слушай, я смотрю, говорит, на обычной электричке вам с Любанькой дешевле ехать. Ой, то подорожало, 186 рублей, было 176. А здесь 200 рублей. Да ладно, он мне говорит, а здесь 250 дорого. Потом, знаешь, подъезжаю по эскалатору, здесь на Киевском вокзале поднимаюсь и думаю, какие 250 рублей? У нас же бесплатный проезд. Он уже даже сам все забыл. В общем, мы с Любанькой собрались на дачу. Проведать наши дачи. Вы хотели дачный влог? Вот будут дачные влоги. По сугробам. По сугробам. Борька сказал, что мы снег там не сможем убрать. Он, наверное, уже слежался, и вообще все тяжело. Значит так, сначала снег убираем у меня, а потом у тебя. Занька сказала, он прилег хорошо. Вот, а я тебя там убираю. Прилег хорошо. Нам там почистят, да? Дорожки, ходите все. Нет, нам там прочистят дорогу. Да, да. Я позвонила, он говорит, во сколько приедете? Я говорю, ну, ориентировочно, наверное, пол 11-го, 11-го, вот так. Он говорит, все понял. Тебе лишнего ничего не надо? А тебе? Мне бы, Женьке, вкусняшки. Но я боюсь, мы с тобой... Там же в магазин надо заехать, где Дикси. Ну ладно, там решим. Дикси. Да, по-моему, посмотрим. Там, по-моему, 10:45, этот самый автобус. А мы приедем? А мы приедем в районе 10. 10:05. Ну так мы успеем пройти туда и лучше на другой остановке сядем, да? Потому что в Москве эти вкусняшки не продаются. Да? Мне говорят, заказывайте по инету, заказывайте по инету. Ну как-то можем на обратном пути. Получилось так, что денег вечно. Я говорю, можем на обратном пути что тащить туда, потом обратно. Слушай, а правда, ведь на обратном пути пораньше выехать, конечно, заехать, а там пешком проехать до электрички, да? Конечно. Ну и все правильно. Вот смотри, купила себе Ямали, думала, крымская. От матери пришлось забрать. Это не Крым, это Прибалтика. Вот читай, вот смотри. Ага, читай. А, ты не видишь, да? Вот, пожалуйста, смотри. Кильком? А, ну это килька балтийская. Ну, балтийская ты есть. Сейчас, погодь, я посмотрю. Это есть прибалтийская. Не, ну, Люба, ну написано прибалтийск. Даже на прибалтийском. Не, ну вот этого там нету вообще. Да, я ж тебе о том говорю, ты видишь, прям под ней сделано. Угу, тоже красная. Да. Все, она неплохая, неплохая. Просто мелкая. Она такая мелкая. Меньше тюльки. Ну вот мы и приехали с Любанькой в Михнево. Зимой здесь. Вот так. Ну, не так много людей, но очень много машин все равно. Вот решили зайти на рынок, что-нибудь вкусненьким, чем-нибудь себя побаловать. Может, и рыбки какой взять. Так что... А потом отправимся уже на дачу. Либо чахонь. Головы семги нас не устраивают. Селедка нам... 45 вот одновременно открыли. Во, кого встретили? Нет. В Михнево. Что? Там все спрашивают, как Олечка. Там смотрят твой участок летний. Да. Олечку встретили, видите? Пока стояли, автобус ждали. У меня собака опять большая. Да ты что? А кто? Кто-то отдал, да? Да прям. Ты кого взяла-то? Дворняга, просто хороший. Пришел дворняга к тебе и все? Нет, вот так будет маленький. Малюсенька. Да ты что? Слушай, надо к тебе в гости идти, чтобы привыкал. Пошла туда, пошла, где второй дом, туда. Пописать пошла. Уля. Ну что, ну как есть, так и есть. Люди выбрасывают, ну, в коробке. Лежит. По-моему, там даже их две было. Может быть, тряпка была, может быть, уже дохлая собачка была, я не знаю. Она меня увидела, щеночка, ну, прям вот, ну, только что вот зубочки вот прям вот появлялись. Да, вот такие зубочки только начали вылезать. Я ее, конечно, в охапку вот так вот взяла и бегом оттуда. Вот. А домой-то когда принесла, блин, что делать? Куда я ее взяла? Для чего я ее взяла? Ну, не бросать живой. Ну, поспрашивала, говорю, кому, может, кому надо, так, ну, там у своих. Да никому не надо, кому хомут нужен на шею. Ну. Оля, это не хомут, это охранник. У тебя же Морис был.
Такой вообще... позитив, да девчонки. Да ты что, правда? Обалдеть. Такой позитив. Сколько ему сейчас времени-то? Ну, вот шестой месяц пошел, если... Нет, я ее подобрала в начале... Так это она или он? Сучка. Девочка, да? Девочка, да. Я ее подобрала в начале... О, наш автобус. Наш автобус. Как ты ее назвала? Собака-то... Ой, думали. Она у меня неделю сначала жила, я так думала. Безымянная, как-то, да? Да. В подвешенном состоянии. А потом уже Надюшке позвонила, я бы Наде говорю, вот так и так у меня случилось. Мам, что ты, говорит, переживаешь? Конечно. Ну? Ой, пускай, говорит, бегает. Конечно. Тебе вот. Без большой собаки нельзя здесь, Оль. Думали, так назвать, и муха, и елка. Муха, это почти как я в Инстаграм. Вот, а потом уже Валюха, главное. У нас есть Кирулька, у нас есть Дуська. Ритки не хватает. Ритки. Маргарита. Да, Ритки не хватает. Во, смотри, как удобно твою сумку держать, Оль. Ну, вот так, и все, вот в этом отверстие. Там, она, в общем, ты с Риткой теперь, да? Вот. Дуся, Ритка и Оля. Да, да, одни девки. Да. Ну и ладно. Вот. Такая Данское царство. Покладистая такая, все умная девочка, тихая. Я бы не сказала, что она... Не брехливая? Нет, вот я говорю, да, брехливая у меня эта вот Дуська. Надо, не надо, брешет. А Дуська-то как отнеслась? Ну, поначалу как бы ревнует, она и сейчас как бы не очень-то. Да? Прямо, ревнует, да. Все-таки? Ну, так, относительно вроде бы... Ну, она со мной в доме вот целый день, а что ей на улице делать? Дуся в доме или Ритка? Вот маленькая Рита? Моя, ага. Да, корова маленькая. Маленькая. Сколько, какая она ростом-то уже? Ну, где-то вот такая, наверное. Ага, она все-таки огромная, да? Ну, средняя, наверное, будет. Я не думаю, что она еще вырастет. Угу. Потому что сейчас уже ей шестой месяц, сейчас течка начнется, уже рост, наверное, прекратится. А ты не будешь стерилизовать ее? Ну, пока еще маленькая. Ну да, пока маленькая. До первой течки там как, а пока это еще это самое. До первой надо, говорят, прям до первой. До первой? Да, первую не надо, первую можно пропустить. Ну, не знаю пока. Я даже не как-то... Ну, угу. Надо, наверное, конечно, с одной стороны. Ну, видно, пока не знаю. Думать-то я думала об этом, чтобы стерилизовать. Значит, ты ее прям с Михнева привезла? Да, я прям вот сразу забрала и пришла домой. И окрас у нее такой, ты знаешь, как у гиены, полосатый. Да, ты что, такая? Да. Как вот у гиены есть полосками такими, да, темными, знаю, черными, знаю, да. Такими. Вот где-то вот такая. Ясно. Мягкая такая. Ласковая, да? Мягко, ну, ласковая, конечно, так. В общем, позитивом я ее называю. Не смогла, Оля, не сдержалась, нет, не могла мне, оставить. Мне Валюха тоже, бабушка, давай мне собаку уже большую возьмем. Вот такую, ну, вот только маленькая была, все они мне это. Валюшка, приедь, бабушка, мы вот тебе собаку выбрали, давай, лабрадора, того, все. Я говорю, никого я не хочу, Валя, никого. Не нужно мне никакой большой собаки. Ну ты же не могла оставить, Оля. Ну ты же, Оля, как ты оставишь-то? Господи, боже мой, ты Дуську подобрала, и ты думаешь, ты этого оставила бы? Не оставила бы, ты и не оставила. Я бы потом сама себя съела бы. Конечно. Вот. Ты а потом пешком бы побежала сюда забирать. А сейчас, как говорится, сама себя ем, зачем я ее взяла? Да приспала, Оля, успокойся. Че тебя смущает? А жрачка. Я вот тащу одни головы, считай. Все эти вот. Ну, макарон побольше, рису, сама. Геркулесу. Это же дворняжка, чё ей, господи. На твою пенсию особо... Ну да, так вон, опрыс покупаю говяжью. Конечно, помнишь, как мы с тобой тогда кормили-то? Ты варила, ведрами носили. Да. Ну и все. Так и эту большую кастрюлю варю, и тут и Дуська ест, и... Да, конечно же. Знаешь, как в тесноте не в обиде. Здрасте. Но она со мной, днем со мной в доме, как бы, я говорю, что ей на улице делать, собственно, в доме, это самое. До 15 градусов она у меня могла сидеть в этом, на улице, ночью. А потом жалко мне стало, я ее в 8-9 часов вечера закрываю в вольере у Морриса. И где-то утром так открываю, 8-9. Ну и правильно, приучаю ее к вольеру, приучаю. Она не гавкает, она, видно, спит там, потому что, как это... У меня супруга ледачья, лентяйка такая она, это самая, трусоватая еще, конечно. Я рада, Борьке расскажу, он обрадуется. Маленькая, просто маленькая. Трусоватая. Потом они в стаю с Дуськой собьются, супа. На наши участки
в наше товарищество. Посмотрите, какая красота, ребята. Ой, снег белый здесь. Тихо. Люба. И тишина. И как мы с тобой пойдем? Это сам завалился? Сам. Арка завалилась, да. А-а-а. Вот это да. И как мы с тобой пойдем? Вот так вот. Опа! У тебя сапоги, у меня ботинки. Молодец! Зато у тебя вот брюки по колено. Ничего страшного, стряхнем. Брюки-то брюки. Я тебе... Сусанин пошел. Ну давай, давай, Сусанин, давай. А что ты, Сусанин, без ничего пошел? А я вернусь потом, мне понравилось. Офигеть! Ты к клематису не подходи близко, ты его ломаешь под корень. Он тут хорошо лежит. Я же вижу, как ветки. Так, давай бутылку хотя бы. На. Вот это да. Осторожно, Любанька, осторожно. Вот это приехали. Вот это да. Нифига себе. Ой. Любанька уже там. Ой, а я еще здесь. Ползу, но сумки твои уже занесла и калитку закрыла. Ты по моим следам? По твоим. Давай, давай, я еще здесь утаптывал и от белых вещей. Ой, от нечего делать. А что, я дошла. А у меня уже все, у меня мокрые ноги. Ну, сейчас. Ботинки-то короткие, а там носки. Ну, ты не предусмотрела, что ли? Но зато у меня брюки длинные, как ты говоришь. Мне повезло. Все, мы пришли. Ой, Любаня, странный человек. У тебя, говорит, брюки длинные. Так, все, открываемся. Так, ну что, приехали с Любанькой. В первую очередь надо затопиться. Затопиться. Ой. Ой, как же это... Ох, камера уже поворачивается туда-сюда. Так ты же всех предупредила. Ну а да. Они начали крутить. На нас смотреть стали, что мы с тобой тут делаем, да? Эту дверь будем закрывать? Да как хочешь, Любаш. Как хочешь. Я думаю, что не обязательно. Не обязательно, думаешь? Так, да. А где? На ночь ты, конечно, однозначно закрой. Ну, ты же знаешь. Знаю. Я люблю, когда спокойно в доме. Отсырела, Люба, немножко. Фанера-то. Не знаю, как будет гореть. Так-с. На разжижку у нас с тобой все есть. Боря печку чистую оставил. Молодец. Вот так. Надо сначала чуть-чуть протопить. Подсушить сначала печечку надо. Ой. Так. Любашенька. О! Я посмотрела, тут вот открытый чай только вот такой. А в тамбоксах закрытый. Вот этот джасмин заварим? Открытый. Как хочешь, можешь. Это зеленый. Ты будешь? Это зеленый. Я знаю. Да, заваривай, заваривай. Чего? Заваривай, конечно. Чтобы не открывать те. Заваривай, заваривай. А можем открыть, какая нам разница? Ну, я еще хочу и жасмин попробовать. Давай, давай. Ну, а что ты тогда? Конечно, заваривай. Чего мы беречь-то с тобой будем? Так, ну что, все, надеюсь, все. Что у нас есть? Ну, открывать надо. Да. Так. Ну, все, будем прогреваться. Так, это на печку положить. О, запотело сразу. Надеюсь, все хорошо будет.